Конференции, которая посвящена началу нового сезона, вместе с нами, друзья. К этому сезону мы очень много работали, очень внимательно работали, большой объем сделали. И, конечно, хочется, чтобы вот эту работу, которую мы делали, значит, на сбор, чтобы его, как бы, уже предотвратить уже в результат чемпионата и кубки с той стороны, и, конечно, Евролиги. Команда готова, чтобы сражаться, бороться в каждой игре для максимального результата. Всех мы смотрим, и молодых, и вы сами видите, что очень многие молодые футболисты с нами были на сборах, понимаете? И, а что касается юных футболистов, вы понимаете, это очень важно, чтобы каждый из них, как бы вот этот этап, должны они, значит, пройти, этап до первой команды. Это в первую очередь из-за того, что, понимаете, физиологически они могут не сделать ту работу, которую делает первая команда. И мы должны думать в первую очередь об их здоровье, понимаете? И для этого у нас есть, конечно, селекционная группа, есть тренера, которые работают, значит, с ними конкретно. И они когда дают нам рекомендацию, что не то, что там по таланту у нас нету даже вопросов, что они все талантливые и у них есть шанс играть в первой команде, но они, если физиологически не готовы для того, чтобы тренироваться, то мы можем их просто погубить. Мы перестроили того же Туризбека, мы сделали его центр-форвардом, и несколько игр он сыграл в этой позиции, и он очень здорово себя показал. То есть наше видение было правильное, он очень отлично отыграл здесь «Динамо» Москвой, так что у нас не только один форвард, есть еще и Туризбек. Вот, наш президент тщательно и очень внимательно к этому относится, работает. И вы понимаете, Кайрат – это команда непростая, как вы сами сказали, вы сами знаете, да? И каждый трансфер президент очень внимательно обсуждает. I don't know so much about this, and, yeah, but I'm happy to be here. I think we have a good team. Мне позвонили, и я быстро договорился, потому что Кайрат очень хороший клуб, и ну, вы здесь сами видите все. И я в проект клуба поверил, поэтому я быстро решение принял, чтобы перейти в Кайрат. И сейчас получается, Кайрат будет играть против Астаны. И это для нас это такая же игра, как и против другого соперника. Будет интересная игра. Ну, хоть было бы против, неважно с кем, каждая игра такая же важная. Смотря, ну, может быть, это Астана, либо Тарас, либо Павлодар, для нас этот трофей очень важен. А таких личных амбиций, то, что это для меня особенная игра, нет. Это для меня чисто трофей. А Астана, это уже на второй план. Здесь стоят амбиции клуба, задачи клуба. Все команды хорошие в этом году. Надо со всеми играть. Ну, готовились вот хорошо. Команда всегда боевой настрой. Ну, будем стараться каждый год, чтобы был у нас лучше и лучше. Я радуюсь уже, я уже четвертый год здесь. Каждый год вот вижу вас. Вот я хочу тоже когда-то быть, как вы, вот сидеть, как-то задавать всем вопрос такой. Ну да, будет время такое, может, я буду, как вы буду задавать. Тоже хочется, чтобы команда выиграла каждый раз. Ну, будем стараться для вас, чтобы каждой игре, чтобы народ собирался, каждый матч, да. Будем радовать своей игрой, будем стараться все для вас сделать. Команда готова на все 100%. Браво.